Почему вы выбрали именно этот дом, этот район? Этот район. Ну, начнем изначально, что третий раз мы на острове находимся. В этот раз сделали предположение, выбор на этом районе из-за дома. То есть дом по описанию, по видео, вот как ты отправлял, то есть вся твоя система очень хорошо и слаженно работает. Так. Ну, сначала о доме. Дом практически новый. То есть я не знаю, сколько здесь жило народу. Даже вот. Аккуратно очень. Ну, примерно 2,5 года. Ну, 2,5-3, не больше. Ну, он, наверное, сдавался редко. Вот, потому... Под сезон в основном. Под сезон. Да. Потому что даже вот, образно говоря, в таких местах, как у ванны с туалетом, между плиток затирочка бывает, ну, как бы немножко уже как бы грязненько, то есть не ототрешь. А здесь вот как будто. Только что сделан ремонт, то есть никаких ни ляпов, ничего, вот даже те же шторы, они где-то должны быть заляпаны. Да, шторы идеально чистые. Либо за домом хозяйка очень хорошо смотрит, что очень приятно, конечно. Угу. Вот. Плюс большой оборудованная кухня, так как мы путешествуем с маленьким ребенком, нам не подходит отельный отдых, потому что готовим здесь основные... Обеды обязательно, у завтраки у нас свои здесь. Да, ужинать можно, пойти там в кафе пойти, для него нужно определенное питание. То есть дом прям вот... А если говорить про минусы? Про минусы? Минусы в доме? Да. Минусы, если сопилка за этим вот домом. Она меня как раз больше всего смущает. Вот. Она работает, будем говорить, у нас откровенно, да, говорим, у нас две спальни. Одна выходит на лесопилку, вторая выходит не на лесопилку. Там, который выходит не на лесопилку, все хорошо, не слышно ничего. Но вот там, где у нас старший сын, который смотрит вот на лесопилку в 9, в 8:30, он, наверное, каждый день, только дня 2 из 7, которых мы здесь были, он ничего не делал. Это было. Но он, это где-то отдаленный звук, как бы резкий дерева, он ненавязчивый. То есть нельзя сказать, что так вот очень сильно и неудобно. Ага. Он работает полчаса, час, и потом вот он прекращается, вот сейчас вот он уже ничего не делает, и скорее всего сегодня делать уже ничего не будет. А, то понятно. Утром, вот так, утром он что-то делает, да, что-то он утром делает. Вот. Но мы практически его не слышим. Понятно. Еще по обслуге очень понравился. Прекратилась горячая вода поступления. Ага. Чик по звонку приехал. Пришел, да, человек. Три минуты. Вы здесь кнопочку нажми, вырубает электричный защитный блок. Угу. Газ сегодня закончился. Раз, то есть все, газ привезем. Через 3 минуты. Да. То есть это очень приятно, что люди заботятся о том, чтобы у нас реагируют быстро. Да, реагируют очень быстро, оперативно. Несмотря на то, что хозяйки сегодня опять не было. У нее есть здесь свой управляющий, который вот ездит. Она приехала уже, да? Она приехала, опять уехала. Вчера она была, мы увидели, сегодня ее опять нету, но есть управляющий, который вот просто очень быстро все моментально реагирует на все. Это очень приятно. А у меня очень еще, знаете, какой вопрос интересует? По поводу пляжа. Он тут как бы в каком состоянии? Насколько он хороший, насколько он плох? Ну, насчет пляжа, то есть сразу скажем, что нам было не актуально, потому что у нас автомобиль. Вот, поэтому на одном пляже мы не зацикливаемся. Пляж, он, ну, для купания, вот это, именно этот пляж, который вот прям вот в 3 минутах ходьбы, он для купания, ну, практически непригоден. То есть можно искупаться, но при отходе там 5 метров, там илистое дно. То есть с виду он хороший, то есть, ну, я имею в виду песочек, да, туда-сюда, вот. Но отходишь, и там выл попадаешь. То есть нужно... Ну, если там как, нету машины, то есть, ну, надо пройти будет минут 10 до Липановецкого основного. Но до Липанови ты не пройдешь, потому что там речка. Речка, да. Вот. То есть... Мы пытались пройти к пляжу Липанови пешком, у меня, да, Слава пытался, но впадает в море река, и переходить ее, конечно, не очень приятно. Поэтому, в принципе, у нас машина. Дом... Если есть машины, байки, то... Да, дом для тех, кто не пешком. Понятно. Если вы не пешком, если у вас байк или автомобиль, все, то есть у вас развязаны руки, вы можете... А какое у вас любимое, вот вы здесь отдыхаете, какое у вас любимое место, вот, куда вы ездите купаться? Например? На Бантай нам нравится. Да, да, это у нас Бантай, да. Там супер место. То есть это для детей прям, ну, супер пляж. А по поводу интернета, вот я общался с сыном, он сказал, что вечером отрубает. Он тут в
каком состоянии? Просто очень слабый. Слабый, да? Вечером, да. Перегруз. Ну, смотря, наверное, что качать. Не знаю, мне как бы для вот WhatsApp, образно говоря, передачи там, файлов, да, друзей, YouTube. Я имею в виду фильм смотреть просто в самом плохом качестве, только вечером, друзья. Если днем утром, то вообще максимально. Ну, ребенок мультики вечером смотрит нормально. По поводу, хочу сказать, твоей системы. Вот кто будет воспользоваться твоей системой. Работает, ребята, все четко. Первый раз вот нам посоветовали тебя. Нам посоветовали, да. Наши здесь друзья, которые каждый год здесь зимуют. Мы очень довольны все. Вот. Сразу же ответил ты на удивление быстро. Я прям чик, все, и порекомендовал автомобиль, кто вот тут. Виталий подогнал. Да, да, Виталий, да. То есть все четко тоже, молодец. Все прям, ну, вообще. Все работает, ребята, тут все работает. Если какие-то проблемы, Абаутс мы всегда вам поможет. Спасибо. Вот, просто мы языка не знаем, нам, ну, тяжело. Все, а здесь все очень, молодец, очень достойно. Рекомендую. Ясно. В итоге, кому можно посоветовать этот дом? Этот дом можно посоветовать для с маленькими детьми, людей, которых хотят спокойствия, тишины и с транспортом. Спасибо большое за комментарий. Мне это было очень важно услышать. Пока. Счастливо. Спасибо.